Всем привет! Очередной опыт с магнитами. Берем два обычных магнита от динамика. Цепляем вот такой вот крючочек на веревочке, на нитке, на потолок, на саморез. Далее цепляем на крючок один магнит. Крючок оказался железным. Но суть не в этом. Если посмотреть, магнит сейчас не крутится. Фактически. Он немножко пытается тут какие-то движения сделать. Берем второй магнит. И смотрите, что происходит. Так, аккуратненько вешаем. Ждем несколько секунд и наблюдаем очень интересную картину, которая будет литься, пока не запутается наша нитка. Я специально не буду выключать камеру. Крючочек этот для того, чтобы потом можно было распутать нитку. Крутится. Продолжается вращение. Ну, по времени это может продолжаться очень долго. То есть хочу сказать, что вот, пожалуйста, еще один способ использования свободной энергии, энергии эфира. Самое интересное, что этот опыт можно проделать любому человеку в своем доме. Самое главное, это чтобы нитка была длинная, то есть от потолка практически до самого пола. Уже 3 минуты. Это я говорю, будет продолжаться очень долго. Вот идет вращение. Просто я штатив не взял, держу камеру рукой. Рука начинает уже дрожать. Ну, идея, я думаю, такая. Если попробовать заменить нитку на что-то более прочнее и вверху вместо самореза использовать типа подшипника какого-то, то будет оно вращаться вечно. Остановки я не наблюдаю. 4 минуты 1 секунда. Попробуйте, повторите. Это никакой не фейк. Я уже видел такие примерно опыты в Ютубе. Как-то не придавал этому значения. Но оказывается, простые вещи рядом с нами. Думаю, хватит.
Давайте я сейчас покажу, насколько намоталась нитка. Сейчас все остановим. Так, останавливаем. Так, намоталась нитка. Вот такая бесплатная энергия. Так, ну все, пожалуй, на этом буду заканчивать. Подписывайтесь, комментируйте. Всем пока.